Вот отец пишу письмо, здравствуй, мама. Все как прежде, хорошо, все нормально. Светит солнце, а в горах стоит туман. Мать не знает, как бывает трудно нам. Мать не знает, как мы ходим по горам, как проходят наши юности года. В Карабахе идет война, под шум и взрыв рана шагает наш отряд. Там где-то далеко в горах зелва, летают вертолеты, мы идем вперед и не отступим ни с тобой назад. Молодыми мы приехали сюда, в Карабах, где сейчас идет война, не забыть тех суровых майских дней и лица погибших парней. Под шум и взрыв рана шагает наш отряд. Там где-то далеко в горах зелва, взлетают вертолеты, мы идем вперед и не отступим ни с тобой назад. Вот мой дембел, вот вернулся я домой. Здравствуй, мама. Я вернулся, я живой, посмотрел я своей матери в глаза. Постарела же она. Под шум и взрыв рана шагает наш отряд. Там где-то далеко в горах зелва, взлетают вертолеты, мы идем вперед и не отступим ни с тобой назад. Esa unik delgat de holo khap